Hare Krishna. I think in some ways we all have the feeling the retreat is over. So we might ask ourselves the question, is there still something important coming, or what is the need of attending today's program? Наверняка у вас возникает ощущение, что ретрит в принципе уже совершился, кончился, и поэтому зачем нам снова собираться, какая еще программа сегодня, что такого нового будет? Well, I feel it's very important we need, because we need to conclude everything. Но я чувствую, что нам необходимо все правильным образом завершить. No, and give you something that you can take with you home and then improve your practice. Я хочу поделиться с вами чем-то, помочь вам извлечь что-то, что вы возьмете с собой домой и сможете применять это в своей практике. I want to tell you that honestly I have one frustration in my life. Я скажу вам честно, в моей жизни было одно разочарование. And you, it's this. I do give many retreats all over the world now. Разочарование в следующем. Сейчас я езжу по всему миру и часто провожу ретриты. But sometimes, not in all countries, but in some countries, I'm wondering if I'm just entertaining the devotees. Иногда у меня возникает вопрос, а что здесь произошло? Может быть, я просто развлекал преданных? I don't want to entertain, but try to help devotees go to the next step in their spiritual life. Ну я не хочу никого развлекать. Я делаю это для того, чтобы помочь преданным сделать следующий шаг в своей духовной жизни. And in order to attain this, let me say, transformation of the heart, which brings a person forward, it's very important that he or she adopts some new understandings and new activities. Для того, чтобы это произошло, чтобы человек перешел на какой-то качественно новый уровень, он должен по-настоящему применить в свою жизнь какие-то новые вещи, новое понимание, новые поступки, навыки. As human beings, we only change if we develop new understandings, new insights, new things become clear to us, and then if we act upon them. Человек развивается только таким образом. Ему необходимо сначала понять какие-то вещи, они становятся для него очевидными, и затем человек воплощает их в жизнь. If we have new understandings and corresponding activities, we remain on the same level where we are. Если мы ничего нового не поняли, не извлекли для себя и не поменяли соответствующим образом свою жизнь, это значит, что мы остались на том же самом уровне. I sometimes fear that our devotees suffer from what is called an internal congestion or constipation. Это у меня такое ощущение, я боюсь, что у многих преданных есть внутренние, constipation. Ну да, я понимаю, что такое constipation, в общем, запор. No, I'm serious. What happens when you have constipation? Что происходит во время запора? You eat and eat, but nothing comes out. Кушайте, кушайте, но ничто не выходит. In the end, you have to be admitted to the hospital. They have to take a hammer to take it out or something. И такого человека нужно вести в больницу, там его молотком будут приводить в порядок, yes. Какими-то тяжелыми методами. Это серьезная проблема. So if you only hear, and then you don't act upon it, then the flow, the natural flow is stopped, and you suffer from internal constipation.
Это так и происходит, если вы слушаете, слушаете, но из вас ничто не исходит, ничто не выходит, то таким образом нарушается естественный поток, ход, обмен веществ, и у вас развивается запор. You can have full constipation or knowledge constipation. И запор может быть как на почве еды, так и на почве полученного знания. So we want a good flow of energy. Но мы хотим, чтобы энергия свободно проходила. New informations and then new insights. Yes, I can understand this. And then we want to act upon it. Прежде всего мы получаем новую информацию, затем мы осознаем ее, осмысливаем, у нас появляется понимание, и следующий этап мы действуем на основе этого понимания. So today it's all about this. И весь сегодняшний день мы посвятим этому. It's not an additional. This day is not an additional luxury day. It's not like a fifth wheel on the car. Не думайте, что сегодняшний день это какая-то ненужная роскошь. Как, знаете, пятое колесо в машине, yeah. Или пятая нога у собаки. Yes, you don't really need a fifth wheel on the car. Four are sufficient. But this day is not a fifth day, fifth wheel on the car. Собаке не нужно пятой ноги, ей хватает четырех. Но и сегодняшний день это не пятая нога для собаки. Very important. Сегодняшний день тоже очень важен. So we will have a relatively short morning class, and then we will have a session called "Taking the Retreat Home". Мы проведем относительно короткую утреннюю лекцию, и после этого у нас будет занятие, которое будет означать "Берем ретрит с собой домой". Jaya Radha. Madhava Punyamihari Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
It's not this.